ничего большого. Поднимемся, посмотрим, есть в наличии, какое у него настроение, чем он сейчас питается. В прошлый раз была рыба капризная, клевала, в принципе, на все, но как-то очень странно. То на вертушке, то на личинке, то на червяков, то на колюбло, на воблерочке даже. Странно у него были довольно-таки интересы в этот раз. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Как видите, травы добавилось намного больше. Вода немножко упала. Но вот такие окна я пробрасываю, пока ничего нет. Там, где травы нет, есть глубокие окна. Вот их надо пробрасывать. Вон в центре стоит одно окно. Вон там под тем берегом есть несколько. Я буду сейчас ходить, пробрасывать, если что-то будет
книга. Вот здесь, в этом промежутке, оттуда его проводил. Вот кочка и вон кочка. Здесь он и стоял. Пошли дальше.